Угон, погоня и авария. Сотрудники Энгельской автоинспекции задержали пьяного водителя. Инцидент произошел в крещенскую ночь. Полицейские заметили автомобиль, который ехал на огромной скорости. После недолгой погони нарушитель не справился с управлением и оказался на обочине. В салоне находился пассажир, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Оба мужчин серьезно не пострадали. Позже выяснилось, что машина им не принадлежала. В ходе разбирательства было установлено, что водителем является гражданин города Астрахани, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии было установлено, что водитель совершил угон транспортного средства с улицы Тельмана.